Всем привет, друзья! Вы на канале «Вкусные истории». Мы сегодня с Ричардом. Привет. Пришли в заведение Pizza Art. Оно здесь немножко ниже. Смотрите, какой у нас крутой фон сегодня. В общем, купили тут сколько? 5 или 6 видов пиццы. А? 5 видов пиццы. Сейчас будем пробовать. Пицца у них стоит 25 леев, 100 грамм. Любой вид. Осы, улетайте отсюда. Рекламная пауза. Пицца с ветчиной, начинаем с нее, пробуем. Тесто хрустит классно. Тесто очень классно, хрустящий. Да, сырок, ветчина здесь. Мне нравится. 250 леев в килограмм получается. То есть, если сравнивать с обычной круглой пиццей, которая весит в среднем 500 грамм, то получается 125 леев одна пицца. В принципе, цена такая, среднегородская, да? У вас есть шанс разный вариант. Да, очень много видов. И фишка, что можно взять по кусочку и всего попробовать. Следующий кусочек мы взяли с тунцом. Здесь виден лучок, сыр и это кусочки рыбы, да. А ты что, не любишь рыбу? Ну, я люблю рыбу, может быть, суши, это пицца шестран. Ну, здесь есть соус, этих разных соус. Угу. Да, и соус томатный здесь тоже есть. Точно, тунец. Ну, что скажешь? Для меня рыба на пицце – это чуть-чуть странно, и поэтому… Ну, как минимум, необычно, да? Мне нравится этот вариант не очень. Конечно, это, ну, тесто хрустящее, это лук. Мне она напоминает салат мимозу. Вот именно лучок, рыба и сыр. 100% салат мимоза, только в пицце. Пицца с сыром, друзья, не знаю, 4 или 5 сыров здесь. Да. Тесто такое же, хрустящее, тоненькое. Да, голубой сыр, да? Да, да. А, это вкусно. Здесь есть голубой сыр, здесь есть бри. Бри вот этот мягкий, с белой плесенью. Вот эта плесень. О, и есть моцарелла. Это неплохо, это вкусно. Я вам рекомендую. Не зря многие говорят, что Pizza Art очень годная пицца. Я вот первый раз пробую, реально мне нравится. Потому что закрывается 17 часов. Да. 17 часов. Да, единственный у них нюанс, что они рано закрываются. И в воскресенье не работает. Следующая пицца, друзья, здесь томатики, руккола, кусочки моцареллы или еще какого-то сыра, красный соус, и она тяжелее и пышнее. Это же классика, да? Это обычная. Я не знаю, как эта пицца называют. Нет, это не маргарита. Yeah. Это какая-то типа прованс, что-то такое. Пробую. Томатный свежий, тесто хорошо, есть красный соус. Это вкусно. Свежие томатики, руккола. Кстати, это классная тоже пицца, да? Да. Лучше рекомендую. И последняя пицца на сегодня – это салями или пепперони. Здесь колбаски. Ну, серьезно? Судя по виду, они, может быть, даже и острые. Красный соус есть. Это нормально. Классическая пепперони. Она остренькая. Я знаю, почему это вкус. Это не мой самый любимый. Это не мое первое место. Это вкус. Это... Выбираем самую хорошую, самую плохую пиццу. Это очевидно. Это рыба. Это последний. Я не пробую еще раз. Вижу, нельзя. Окей. Следующий – это... Пепперони, это вкусно, но это не мой самый любимый. А третье место это помидор, это обычная классика, это вкусно. Которая с рукколой. С ветчиной. Это вкусно, но это сыр, это очень вкусно. Сыр на первом месте. Да, потому что это голубой. Ну да, так когда 4 сыра, там есть всегда разные виды сыра. С ветчиной и с сыром. Первое место делят, остальные все делят второе место. В общем, мне очень понравилась эта пицца. Рыба! Ричарду с рыбой не понравилось, что? А мне с рыбой понравилось, потому что мне напомнило салат мимозу. Спасибо за просмотр, с вас обязательно комментарий напишите, задайте вопрос какой-то или напишите ваше мнение по поводу этой пиццы. Да, мой канал тоже. И на Ричарда канал переходите, пожалуйста. Он будет в описании тоже внизу. 140 подписчиков. Ну так, это уже не 126. Подписка на канал с вас, лайки, комментарии. Все, пока-пока. Пока-пока.